любовный знак. Я узнал случайно, нужно пальцы сделать так. Только это тайна. Они передают вам свой пламенный привет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Микрофон. А еще я думаю, не сходить ли нам в кино? Эй, у меня больше слов было. Слушать надо уметь. Говорить надо, короче. Нолик, ты... Чего не поделили? Да так, я тут письмо Ваське пишу. Это я пишу. У меня палец болит, а Нолик сам предложил помочь. Я же не думал, что ты такой болтун. О! Ясно, Дим Димыч. Ха, а ты в курсе, что Ваське можно позвонить прямо по компьютеру? Да ну. Вон, трубочку видишь? Жми на нее. Привет! А на какой фильм пойдем? Привет! Да на любой! Только не на пиратов и не на роботов. Алло, Дим Димыч, ты чего молчишь? Я не молчу! Алло! Алло! В микрофон говори! А у меня нет микрофона. Ну вот, поговорили. Тогда в наушники говори. Симка, ты чего? Наушники, чтобы слушать. Шутишь? Не шучу. В микрофон говорят, а через наушник слушают. Но и там есть мембрана. Такая специальная пленка. Мембрана в микрофоне нужна, чтобы поймать звук, а потом передать его по проводам в виде электрического сигнала. А в наушнике электрический сигнал с помощью мембраны снова превращается в звук. Получается, что микрофон и наушник устроены похоже, только используются по-разному. Так что, прямо туда говорить? Васька, алло! Да погоди! Наушники сначала надо воткнуть туда, куда втыкают микрофон. А, понял. Говори, теперь это микрофон. Васька, ты меня слышишь? Да он слышит, а ты нет. Нолик, переключай гнездо для наушников. Я роботов уже смотрел. И я смотрел. Нолик! Кто же их? Не смотрел. Не смотрел? Ну, давай сходим. Да не хочу я. Мне эти роботы надоели хуже пиратов. На пиратов? Ну так ты уж реши, на пиратов или на роботов. Да не туда и не туда. Нолик, ты все запутал. Я запутал? Да это вы с Васькой друг друга не слушаете. Я придумала. Вам нужно как разведчикам по рации. Когда все сказал и ждешь ответа, говорить прием. Точно. Когда мы звоним по телефону, то используем сразу два канала связи. По одному каналу мы говорим, по другому слушаем собеседника. А иногда бывает, что собеседников связывает только один канал. Вот, например, моряки и таксисты пользуются рациями. По рации можно только слушать, что говорят другие. А чтобы самому что-то сказать, нужно нажать специальную кнопку. Тогда тебя слышат, а ты нет. Тут главное говорить по очереди. Если все будут болтать одновременно, никто ничего не поймет. Чтобы показать другим, что ты закончил говорить и готов слушать, просто скажи слово «прием». Васька, алло, а давай в разведчиков играть. Будем говорить после каждой фразы «прием». Прием? Давай. Так ты в кино пойдешь? Прием? Не, расхотелось.
Пошли лучше мяч погоняем. Прием. Пошли. А с кем ты там разговаривал? Прием. Это военная тайна. А разведчики тайны не выдают. Классно получилось! Спасибо вам! Прием! Ой! Ха, мы старались! Прием! Да уж! А я... Так вообще прием! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет!